Показываю вам такой монстр. Он называется Клэта Макс. Серия Golden Gate. Смотрите, какая она огромная. Там где-то на верхотуре огромные цветы. Вот они там. Вот он. Огромный цветок. Вот солнце светит, поэтому я ничего не вижу. Вот он. Как его разглядеть? Вот он. Но он большой очень. Пахнет. А я уже с ужасом понимаю, что мне надо будет потом все это срезать. Смотрите, вот куда они пошли. Просто монстр. Тут у меня кот ходит, орет. Это Кисмикейт, вся в тле. Ну, это вот такой вот, видите, стенка, как много стена и арку закрыть. Вот, Golden Gate. Но он цветет, конечно. Вот он будет цвести здесь. Здесь по два цветка. Здесь все тле. В общем, резать его, конечно, мощно надо будет. Так вот. Я даже тут думаю, что будет красивая фотография на голубом небе. Это Golden Gate, коллекция Макси Клета, плетущаяся роза с прекрасным ароматом. Вроде Кордос ей ставит 3 из 5, но смотрите, у меня всегда в комментах есть список коллекции моих роз и сколько дают ей фирмы, бренды, запах. Вот. Ну, Кордос идет по пятибалльной системе от 1 до 5. У французов там, по-моему, от 1 до 3. В общем, сами наблюдайте. В общем, она была огромная. Я ее постригла кардинально. Ну, вот видите, кто хочет закрыть себе стенку. Стенку, как говорится, нужно быстро закрыть. Вот закройте Golden Gate. Единственное, у нее ломки, вот эти вот, как прутья, стебли, как это называется,
ветви. И можно, наверное, склонить, когда вот они уже вот, вот такого, таким образом. Вот, смотрите, все идет. Вот постригла, не знаю, когда я стригла. В общем, все идет, все будет колоситься и цвести. Так, вот, видите, все это опять обрастает быстро. В общем, какое-то феноменальное, феноменальное рост. Ну, цветение у них на концах, поэтому я и так постригла. Вот, цветок держит где-то дня три. Ну, красиво вот так раскрывается, показывая серединку. Вот таким образом. Так, у нас 10 октября, и вот у нас после подстрижки называется Golden Gate. Опять вымахала, вот, я думаю, она до 5-6 метров достигает. Мощная роза, цвести уж не знаю, будет или не будет, это узнаю потом. Но пока вот такое короткое видео, потом прикреплю, как бы делаю видео по сортам. В общем, вот такая вот у нее листва. Роза мощная, здоровая. Ну, такие мощные колючки у нее. Закрыть стену, да без проблем. Если у вас много, как говорится, места, вообще забор закроет вам. Горизонталить можно. Но она ломкая. Что скажу, она ломкая. У нее не гибкие стебли, ну как бы стебли, да, стебли. Поэтому осторожненько так наклоняйте и постепенно наклоняйте. Ну, я вот так вот, такие вот же толстые стебли, они более-менее наклоняются. Но смотрите, она очень ломкая. Вот это вот ее негибкость, имейте в виду. А так, вон, горизонталить можно.